Шеф-повар Максим Григорьев. Картофельные корзиночки с форшмаком. Форшмак – это закуска из измельченной сельди. История возникновения этого блюда уходит корнями в восточно-прусскую кухню, а позже оно прижилось в еврейской. Форшмак готовился, как правило, из рыбы самого низкого качества, предварительно вымоченной в молоке. Также для приготовления использовали яйца, яблоки, лук, хлеб и масло. Время приготовления – 40 минут. Ингредиенты. Картофель 3 грамма. Лук репчатый 1 штука. Масло подсолнечное рафинированное 2 ст. Масло сливочное 30 грамм. Прованские травы 1 щепотка. Сельдь соленая 1 штука. Соль 1 щепотка. Яблоко 1 штука. Яйца куриные 2 штуки. Шаг 1. Подготавливаем необходимые ингредиенты для приготовления рецепта. Картофель, прованские травы, соль, сельдь, яблоко, лук, яйца и сливочное, и подсолнечное масло. Шаг 2. Подготавливаем филе 1 сельди, отрезаем голову, снимаем шкуру, удаляем внутренности и тщательно убираем все косточки. Шаг 3. Подготовленное филе сельди нарезаем мелкими кусочками или измельчаем блендером, необходимо следить, чтобы не перебить до состояния паштета. Шаг 4. Очищаем и нарезаем дольками 1 яблоко и 1 лук. Шаг 5. Измельчаем и выкладываем к сельди. Шаг 6. Добавляем 2 яйца, сваренные в мешочек. Шаг 7. Все тщательно перемешиваем, добавив 30 грамм растаявшего сливочного масла. Шаг 8. Для приготовления корзинок очищаем картофель, 3 штуки, и натираем на крупную терку. Шаг 9. Добавляем 1 щепотку соли и 1 щепотку прованских трав. Перемешиваем. Шаг 10. Далее нам понадобится 2 ситечка разного диаметра. В большую выкладываем часть картофеля, равномерно распределив. Шаг 11. Накрываем меньшим ситечком и хорошо прижимаем, чтобы сбежала лишняя жидкость. Шаг 12. Помещаем ситечки в хорошо разогретое подсолнечное масло, 2 стакана, и обжариваем. Шаг 13. Снимаем меньшее сито и, немного постучав по большому с обратной стороны, достаем готовую картофельную корзинку. Шаг 14. Когда корзинки остынут, заполняем их форшмаком и подаем на стол. Шеф-повар Максим Григорьев. Подписывайтесь на мой канал. Делитесь отзывами в комментариях.